Военизированные общественные формирования. Последнее время их в Одессе как грибов после дождя. Сомнительная история создания, сомнительный послужной список, мутный контингент. Сначала просто бандитствовали в режиме обычной махновщины. А вот последнее время, как судачат одесситы, большую часть этой разбойной вольницы под себя грамотно подмяли солидные дяди в дорогих пиджаках с кабинетами на Думской 1. Это ведь очень удобно, иметь ручных отморозков, готовых на все. Хоть чей-то бизнес отжать. Хоть заставить молчать неугодных. Как утверждает ряд одесских СМИ, часть из этих бойцов, по-быстрому переклеив нашивки, вошла в состав силового блока мэрии, муниципальной охраны. Правда это или нет, судить сложно. Под балаклавами бывших боевиков проблематично опознать нынешних стражей спокойствия приморского города. А охраняют они основательно. Трасса здоровья, съезд к морю со стороны гостиницы «Юность». Уже 2 недели здесь, рядом с будкой, появляются люди в камуфляжах на внедорожниках с гражданскими номерами. А иногда вообще без опознавательных знаков. Зато с непонятным содержимым салона и багажника. В такой рюкзак разведчика при желании можно утрамбовать целый боекомплект гранат или взрывпакетов. Проходящие мимо отдыхающие с опаской косятся на эту выставку боевой техники. Вот такая забота о туристической привлекательности города. Вообще, этот участок побережья в связи с участившимися грабежами и нападениями обещали взять под усиленный контроль полиция и общественники, в том числе те, которые от мэрии. Со 2 июня туда заступает ежедневно 80 человек. 15 человек от нацполиции, 15 человек от формирования муниципальной охраны и 50 человек, как называется, формирование? Народного. Они это или нет, узнать не получилось. На стекле будки надпись «Муниципальная охрана», а вот дальше информации ноль. Подскажите, а что здесь будет? Кто здесь стоять будет хоть? Ребята, я не даю комментарии. Снимать мне не надо. Двое что-то пилят, один следит за процессом, еще один в джипе на гражданских номерах. Представиться не хочет никто. Я не обязан вам что-то отвечать, молодой человек. Представляться журналистам здесь не хотят, а вот хамить на камеру это сколько угодно. Бандитский шабаш какой-то под прикрытием длани с Думской. Как, нормально смотрите? Крупным планом. Ротничком. Нормально. Лошадь. Конкретные парни, конкретные дела. Вот такой вот интересный привал охотников. Всего в паре сотен метров от редакции 7-го телеканала. Интересное соседство, не правда ли? Вот такая она, всеобъемлющая забота из высоких кабинетов. Вроде и бойцов по благородному поводу согнали, и неугодные под присмотром. Зеленые человечки, новый формат.